5 миллионов тонн зерна и 2/3 убранных площадей. Белорусские аграрии выходят на финишную прямую. Жатва должна завершиться до конца недели. Брестская область практически справилась с поставленной задачей. Здесь работы идут на последних 9% гектаров. В лидерах по намолоту столичный регион. На его счету уже 1 212 000 тонн зерна. Уверенно, к миллионной отметке приближается Гродненская область. Средняя урожайность по стране выше прошлогодней и составляет 36 центнеров с гектара.